Приветствую вас. Давайте мы разберем ваш вопрос. Как научиться брать ответственность и принимать быстро решения? Такой вот вопрос. Да, ну, в первую очередь, ну, сначала определиться, что такое ответственность, да, то, что мы понимаем под ответственностью, потому что, например, в психологии есть свое определение, скажем так, ответственности, и оно совсем не такое, да, может быть, как вот, например, его видите вы здесь. Вот. Поэтому первое, что нужно, это определиться с тем, вот, что вы понимаете под ответственностью. А брать на себя ответственность, значит, с точки зрения моего подхода, это означает допускать, принимать и разрешать себе те реакции, вот, которые у человека возникают в ответ на какие-то, ну, скажем так, внешние раздражители. Вот. В ответ на какие-то внешние проявления. Вот. То есть, если, к примеру, вы на что-то злитесь, а если вы от чего-то радуетесь, то вот это, в принципе, и будет вот с моей точки зрения ответственностью больше, чем если бы вы пытались, например, свою реакцию как-то замаскировать, да? Вот. Поэтому, ну, на мой взгляд, то, что вам нужно сделать, это вот научиться в какой-то степени принимать свои реакции психофизические реакции, принимать свои в ответ на вот те события, да, в ответ на те раздражители, которые вот с которыми вы встречаетесь. И принимать, я бы сказал, последствия их проявления. То есть, когда вы выражаете, допустим, кому-то свою злость, когда вы выражаете кому-то свои чувства, то само собой у этого практически всегда есть какая-то реакция, ну, другого человека, например. И вот я бы сказал, что ваша задача заключается в том, чтобы эту реакцию
ну, принят. То есть, ну, не бежать от нее, не убегать от нее, да, не пытаться как-то замаскировать ее, а именно вот открыто сказать, что, ну, да, вот я так чувствую то, что я чувствую, и все. Дальше. Принимать быстро решение. Ну, вот этот вопрос, он, конечно, такой максимально обтекаемый, да, потому что, ну, что такое решение, да, и что значит быстро. То есть, здесь содержится оценочное такое суждение, что такое быстрое решение. Вот. Быстрое решение – это как? То есть, быстрое решение – это когда что? Сколько времени? Человек должен принимать решение, чтобы вот вы назвали его быстро. Минуту, две минуты, да, 3 минуты, вот, сколько. Поэтому решение, быстрота решения, ну, она вот напрямую зависит от способностей человека, в том числе его темперамента. И тут довольно-таки, на мой взгляд, есть, ну, скажем так, ограничения. Есть ограничения на изменения этих, ну, этих характеристик. Вот. То есть, есть вещи в данном случае, которые вы изменить не можете. Поэтому я бы рекомендовал вам в этом смысле больше, наверное, ну, фиксироваться не на том, чтобы принимать быстрое решение, а на том, чтобы принимать такое решение, которое бы отражало вашу личную ответственность в терминах, которые я озвучил. Вот. И в этом смысле, в этом случае, ну, наверное, вы сами понимаете, да, что не так важно, значит, будет ли это решение быстро. То есть, я надеюсь, вы понимаете, что в этом смысле, что, ну, на первый план, да, выступает не быстрота решения, а его соответствие с вашей системой ценностей, вот, которая у вас есть. Вот. Поэтому я думаю, что на это в первую очередь нужно фиксироваться. То есть мне показалось, что когда вы говорите о быстроте решения, вы делаете акцент на факте его принятия, но не на наполнение, не на семантике. Вот. Что, на мой взгляд, ну, является
достаточно таким, я бы сказал, тревожным взглядом, тревожным звоночком. Вот, потому что, ну, вот, само получается по себе, да, вас решение, ну, не интересует, вот, само по себе. И это большая проблема. На мой взгляд, все-таки вот как-то очень бы хотелось, чтобы решение было вам интересно, чтобы оно находило какой-то отклик ну, вот, в вашем сознании, да, вашей психике, вот. Поэтому вот тут я бы хотел, конечно, несколько бы вас, что называется, предостеречь. Вот. Вот как-то так. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно, интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего самого доброго.